Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и второй раз мы садимся за инди-хоррор под названием Eyes, что в переводе с буржуйского означает «глаза», а в продолжении названия написано «The Horror Game», собственно, мы понимаем, что это хоррор. И, естественно, мы его запишем. А для тех, кто не в курсе, я уже играл в эту игру. Она была без вебки, по-моему. Можете на канале ее найти там в поиске. Но там я играл на самом легком уровне сложности, поэтому особо ничего страшного не заметил. По-моему, даже я ее прошел. Но мне многие писали, зачем? Зачем ты так делаешь? Поставь хард. Собственно, вот, пожалуйста, я поставил хард. И так как я здесь уже ничего не боюсь, здесь я уже все видел, мы просто... просто возьмем ее и пройдем. А чё страшного-то? Там, по-моему, на харде надо просто мешочков побольше собрать и... да и вообще. А кто не видел, собственно, тот сейчас посмотрит. Я не буду заранее все рассказывать. Так, просто говорю о каком-то сломанном деле. Уже проверил тебя. Ты должен был последние 30 мешков. Ты должен найти дверь, ключ от какой-то фронтовой двери. А что-нибудь еще? Так, уровень хард. Найди 30 мешков с деньгами. И иди к выходу. Спрячься или беги, восстанавливай свою стамину для ситуации, используй карту и глаза для безопасного передвижения. Да ладно, чё, кого тут пугать-то решили? Чем? Ничего страшного, мы здесь, я повторяю, я здесь уже все видел. Я буду искать простые мешочки. А мешочки выглядят следующим образом. Они... похоже на мешочки. А вот, собственно, и первый мешочек. Отлично, один из 30. А очень резкая мышка здесь, между прочим. Это плохо. Так, пресс M to see map. А, тут даже map есть. Ну, замечательно, погнали. А, пуш. А, тут просто пушить надо. Так, а это выход, насколько я помню, да, точно. А здесь надо найти 30 мешочков, короче говоря, в этой игрушечке. И глаза надо собирать. Так, глаза. А, пресс Q to use. А, эта хрень нам помогает увидеть саму эту тварь, которая за нами охотится. И, так сказать, чем больше глаз мы наберем, тем безопаснее мы себя будем чувствовать, потому что эта тварь нас, в принципе, может и не попасться нам на глаза, если мы будем внимательно осматривать. Так. А, мешочек в холодильнике даже без открытия холодильника. Замечательно. Так, а это не дверь, да, я понимаю? Отлично. Замечательно. О, еще глаз. Давайте я буду собирать очень много глаз, они мне пригодятся. А, дурной ветер какой-то гуляет по этой квартире. Это очень плохо, на самом деле, потому что ветер — это штука страшная. Опа, ключ. Ключ от подвала, замечательно. Так, ну вообще, ну видите, очень-очень нестрашный хоррор. Просто кругом собираем мешочки в одной комнате, аж целых 3 штуки. Осталось всего лишь 25, а 25 мешков, если они будут попадаться в каждой комнате по 3 штучки, это нам буквально на пару минут. Это замечательно. Так, пианинка. На пианинке, по-моему, можно поиграть, насколько я помню. Так, что это сейчас было? Что-то затряслось. Наверное, к нам летит. Местный монстр, представитель местной флоры и фауны. Но мы его бояться не будем. Воу, стул. Опа, мешок, смотри-ка, отлично. Замечательно. 6 из 30. Это практически как спорт лото, только нет. Так, я ее не слышу. Вы ее слышите, нет? А-а-а, тихо-тихо-тихо, она где-то рядом. Тихо-тихо-тихо, не ори, не визжи. У-у-у, она где-то здесь. Я надеюсь, она в комнату не залетает, когда я ее не вижу. Точнее, когда она меня не видит. Этого вот я, честно, не помню. Опа. Так, ну, судя по всему, ее нет. Отлично. Хорошо, замечательно. Воу! Я говорю, все помню, все будет легко и просто. Ну, ладно. Она что-то очень быстро меня поймала. Хотя ничего страшного в этом не было. Продолжаем также. Продолжаем. Все быстро, четко делаем, без остановки. Опа, мешок. Только что видел. Не, это ботинок, оказывается, был. Я где-то только что видел мешок, вам серьезно говорю. Или мне показалось? Ну да ладно, погнали. Опачки. Так, быстро. А, здесь бегать можно, замечательно. Так, зенки, зенки, зенки собираем. А, и когда все трясется, к нам подлетает эта тварь. А мы, собственно, в эти моменты должны очень резво, короче, и быстро отсюда убегать. Так, где мешок? Эй, мешок должен был быть, вот он. Хорошо, он убрался из холодильника, судя по всему. В холодильнике ему стало холодно, поэтому он решил спрятаться просто в комнате. Опачки. Так, здесь должно быть 3 мешка, да, я помню? Так, один вижу, хорошо. Один, замечательно. Где-то ключ еще должен быть. Угу, отлично, отлично, смотрите, задание-то резко усложнилось. То есть мешки-то остались, а ключа больше нет. Вот это плохо.
Это отвратительно. Ну да ладно, найдем его где-нибудь в другом месте, я просто очень в этом уверен. Потому что если мы найдем ключ от подвала, мы, собственно, в подвал-то не попадем, а в подвале у нас очень много мешков, насколько я помню. Так, она опять где-то летит. Так, и глаз здесь пропал. Просто плохо, все очень плохо. Так, где она? Так, она щемит по подвалу, собственно, погнали туда, где-нибудь поближе к подвалу. Возможно, мы сможем на нее не нарваться. Так, ну она в подвале, да? Тогда погнали наверх. Пока она бегает в подвале, мы будем бегать поверху. Тут в этой игре три этажа. И, кстати, если мы будем прятаться в комнатах, когда она нас не заметит, она, в принципе, в комнаты залетать не должна, насколько я помню. Так, отлично, еще 30 мешков. 30, говорю. Вот сейчас сразу резко 30 мешков подобрать, вот было бы просто отлично. Так, это дверь? Нет, это не дверь. Это тоже не дверь. Так, а из какой двери я заходил? Подождите, я сейчас запутался немного. Ладно, пойдем в эту. В этой двери я точно не был. Лестница на чердак, ничего себе! Этого я вообще не видел. Кстати, это полная версия, насколько я помню. Опа, еще глаз. А я играл в какую-то демку, по-моему. А это полная версия, она считается версия Ice, так сказать, .22. Что как бы намекает нам, что она... Привет, Гэндальф, что ты тут забыл? Ты, по-моему, должен быть в другой игре. Так, это выход на... Так, нет, вот сюда нам, значит. Так, подождите-ка. Титька, подождите-ка. А где она? Так, она до сих пор щемит по подвалу, отлично. О, она вылетает на этаж, вылетает. Хорошо, отлично, плохо, замечательно. Отвратительно это на самом деле. Где она там? Так, ее нет, хорошо, продолжаем. Продолжаем тихо, спокойно изучать. Зачем ты их открыл? Здесь же нет ничего. Опачки. Хорош. Свет включили, спасибо, ребятки. Так, 12 из 30, ребят. Что сейчас было? 12 из 30, это почти половинка. Половинка, это хорошо. Так, откуда я? Куда? Вот сюда у меня. Хорошо. Так, принтер работает. Отлично, в инди-хорроре работает принтер. Это лучше, чем вообще что-либо в любых инди-хоррорах. А, он дает мне глаз. Замечательно. Спасибо, принтер. Ты мне очень помог, ты меня очень выручил. Так, сколько у меня... Привет. А, я помню этого чувака. Я над ним уже угорал. Он такой стоит тут, типа, не при делах. Отлично. А у нас 15 мешков, насколько я помню. Отлично, 15 мешков, щемим дальше. Так, где что трясется? Она рядом, что ли? Она рядом, ребят. Ой, ключ, замечательно. Ключ от подвала, отлично. Мы практически выиграли. Так, это что? Мешок подавал. 15 из 30, ребята, половина сделана. Опа, где она? Так, она в подвале, пусть там все бегает в подвале. Ну правильно, я же ее еще не открывал. Она, в принципе, не должна никуда вылезти. Так, а тут я уже немножко заблудился. Да тихо, она в подвале бегает. Не, она не в подвале, где она? Я сюда уже заходил, отлично. Так, все, пока тихо, пока никого, погнали сюда, здесь мы еще не были. Перестань, не надо так меня пугать. Во, замечательно, 700 дверей, так, она где-то рядом. Она где-то рядом, скотина. Так, тихо, сюда не пойду. А здесь я уже был. Точно, так, все, здесь я уже был. Замечательно, теперь нам надо посмотреть, где эта падла летает. И потом спуститься туда. Так, она на первом этаже или в подвале? Так, хорошо, быстренько ищем выход отсюда, с этого этажа. И спускаемся в подвал. Где выход-то? А-а-а, быстрее, беги, она здесь, она рядом, беги. Он сдох. Падаль какая, она догнала меня, как так-то? Нет. Так, все отвратительно, ребятки, все очень сложно. 30 мешков, это просто нереально сложно собрать, походу. Главное не тупить. А так как я не умею по-другому, это будет плохо. Погнали. Так, глаз, быстрей. Глаза все собираем. Глаза очень полезная штука, на самом деле. Почему она вообще, как она оказалась у меня на третьем этаже? Она была в подвале. Или она здесь была, на втором? Точнее, на первом. Ну, отлично, ладно. Это не страшно, это не самое главное. Главное, что мы без паники сейчас, очень спокойно, все тихо, мирно, быстренько соберем свои 30 мешков и покинем к чертям собачьим, так сказать, это нерадивое для нас место, потому что оно мне не нравится, оно страшное, оно отвратительно, здесь летает баба без головы, которая хочет что-то со мной сделать. И судя по тому, что у ней пол рожи в крови, она хочет меня укусить или съесть. Но разработчикам этой игры надо было добавить сюда, конечно, какую-нибудь анимацию съедания, а не просто вот эту вот хрень, которая, ну, по идее, да, должна казаться страшной. Но на самом деле таковой не является. Так, где она? Хорошо, давайте... Да откуда ты там взяла? Откуда? Ты должна была быть в подвале, мать! Ты что тут мне путаешь-то?
Так, отлично, ладно. Ничего страшного. Нам не привыкать. Так, ну 30 мешков я, судя по всему, не соберу здесь никогда. Потому что уж очень сложно. Действительно, уровень хард, он оправдывает полностью свое название. Я, по-моему... Нет, подождите, а я, может, что-то путаю? Я на изит вообще проходил ее или нет? Или, может, мне показалось, я просто хочу так думать, что я ее проходил на изи, а на самом деле такого не было никогда. В этом я, так сказать, не уверен. Так, ну ключ продолжает появляться все там же, это меня, несомненно, радует. А, я собрал 15 мешков, да, в прошлый раз, и все эти 15 мешков были на первом и втором этаже. Соответственно, если 15 мешков на первом и втором этаже, значит, эта падаль будет очень часто лазить по подвалу, и остальные мешки тоже находятся в подвале. Так-то страшно вообще по подвалу ходить. Так, ладно, где она? Это подвал, все, быстрее, это подвал. Уйди, уйди, уйди! Валим туда наверх. У-у-у, здорово! Где она? Нет ее. Замечательно. Так, быстренько исследуем этаж. Третий. Я так понимаю, если сейчас ничего не получится, то надо с этой игрой завязывать. Потому что если сейчас, то уж у меня не получится. Сколько? 4 штуки. Потому что если сейчас не получится пройти, то смысла дальше проходить я вообще не вижу. Потому что я так и буду постоянно проигрывать. Ну да ладно, я надеюсь, меня в этот раз подфартит. Я буду очень внимательный, я буду не так сильно переживать за глаза. Я буду их тратить побольше, чтобы получше ее видеть, получше ее замечать. Лазит эта тварь только по коридорам, насколько я успел заметить. Это на самом деле меня, несомненно, замечательно про... Ух ты! А что это? Мешочки. А-а-а! Так, а может тут вызывали какого-то денежного бога или что-то типа того? Который должен был прийти и дать нашему главному герою очень много... Так, она летает по третьему этажу. Так, она спустилась на второй, отлично. Откуда я отсюда заходил? Пойдем сюда. Она, возможно, должна... Должны были вызвать они денежного бога какого-нибудь. Опа. А вызвали на самом деле какую-то тварь, которая... Опа, привет. Так, найди комбинацию. Не буду я ничего искать. Мне, думаю, мешков и без этого хватит. Да почему все... Почему все пусто-то? Где мои мешки-то в конце концов? О! Вот это я понимаю. Так, это подвал. Все, отлично, она спускается. Она в подвале. Валим. Валим дальше. Она в подвале. Хрен с ней, пусть в подвале бегает. В подвале нам совершенно не страшна. Потому что нас от нее отделяет целый пролет этажный. Так, 14 из 30. А, нашел комбинацию от сейфа. Замечательно. А вот она где находится. Так, глаз. Тогда нам придется вернуться к сейфу, насколько я понял, откуда я пришел. Так, еще один глаз! Где она? Быстрее, беги! Быстрее, куда-нибудь спрячься! Почему я выбрал самый долгий коридор? Почему? Она где-то рядом, быстрее беги! Нет, я там не найдет. Лохушка. Я не понял, от кого надо было бежать? Ее же здесь нет. Так, это не тот пролет. Я что-то не понял, сейчас меня игра, короче, баганула, что ли. Она решила меня просто так напугать, потому что этой твари здесь не было. Она летает в подвале, но игра почему-то заставляет меня бегать и орать. А, может, я был рядом с лестницей просто? Точно, опа, мешок. Может быть, я просто был рядом с лестницей, поэтому она и сказала мне беги. Ну хорошо, ладно. Так, еще мешок. Сейчас слышите, страшные звуки будут. Она решила мне спеть, нормально вообще. Пой, мать, мне так поспокойнее будет. Главное, не останавливайся. Так, где она? Так, она в комнаты залетает, вы чё? Это несерьезно, ребят. Она может залетать в комнаты, это плохо. Это просто отвратительно. Так, где сейф? Где тут был сейф, по-моему? Вот он, точно. Открой. Отлично, 12 мешков осталось. 12 мешков. А теперь, собственно, нас предстоит самое сложное с вами. Так, она куда поднимается? Чё ты остановилась-то? Тварь, смотри, она поняла, что за ней следят, и остановилась. Чтобы я не узнал, куда она полетела, на второй этаж или на третий. Так, она летит по длинному коридору. Хорошо. А, она летит по длинному коридору, соответственно... Нам все, отлично! А, бегу! Тварь, да как она успела меня догнать-то, а? Ну что ж ты будешь делать-то, скотинка? Ну да ладно. Я так понимаю, в игре Ice the Horror Game на харде мне делать нечего. Поэтому, ребятушки, ссылка на плейлист с инди-хоррорами с остальными будет в описании под видео, где, собственно, есть и первый айс без вебки, пройденный практически, а может быть и нет, на самом легком уровне сложности.
Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки, на странице ВКонтакте тоже подписывайтесь. И всем до встречи в следующих инди-хоррорах, ребятушки. Всем пока, и знаете что, по вашей квартире тоже кто-то летает и за вами следит. Возможно, просто она еще слишком маленькая, чтобы вас напугать, но... Все еще впереди. Всем пока. Раньше здесь был мат.